Всем привет! Вот и закончились праздничные дни. Вчера был Старый Новый год, а сегодня начинаются будни, и ближайший праздник теперь 23 февраля. Можно расслабиться, не думать ни о подарках, ни о чем. Пока гуляем. У нас снежок такой мягкий, белоснежный. Гулять комфортно, погода позволяет. Если не смотреть новости по телевизору, то жизнь как бы идет все более-менее благополучно. У Лялечки все нормально, она занимается своими делами. Шубка вон какая наросла. Немножко приходится подлечивать ее, потому что то носик мокрый, то что-то ушки там ее беспокоит. Ну, все так в порядке вещей. Все нормально. В обычном режиме. Так, Лялечка, тип-топ, тип-топ по дорожке. Никто не встретился нам из собачек сегодня. Может быть, мы рано вышли погулять. Мы только рассвет наступил, мы пошли. Ну, рассвет наступил, это где-то 8 часов 9. Дни уже подлиннее. Так что немножко радость не встает. Так интересно по белому снегу гулять. Дорога обычно черная, или трава зеленая, или так, а вот так вот белоснежная, это только у нас в Сибири.